Всем привет, друзья! В прошлый раз мы с вами изучали иероглиф «Луна». А сегодня, друзья, мы с вами поговорим про иероглиф, означающий «вечер». Есть мнение, что иероглифы «вечер» и «луна» имеют родственную связь. Вероятно, таким образом древние китайцы хотели изобразить небесное светило, уходящее за горы в конце дня. Значение иероглифа «вечер» – «чонёк», а произношение – «сок». Ну что, друзья, надеюсь, что вы насладились сегодняшним вечером. Итак, подписывайтесь на журнал Ким, на мой инстаграм, ставьте лайки и обязательно пишите ваши комментарии. Добрый вечер!